Доброе утро, друзья! Я сегодня проснулась супер рано, потому что мы едем на тренировку. Вообще, в последнее время я стараюсь засыпать рано и просыпаться рано, ну и, конечно же, вести полезный образ жизни. Поэтому сегодня мы едем на тренировку в мой любимый зал Aloe, и я беру вас с собой. Кто следит за моим русским тиктоком, я выложила видео про мой зал, в который я хожу, и у вас было столько вопросов ко мне, поэтому я поняла, что мне просто нужно сесть и записать для вас видео на YouTube. Мы с моим парнем Gianni. Hello. Are you ready to work out? I'm ready to work out. Он в прошлый раз чуть не блеванул, ребят, без шуток. Знаете, когда тренировка настолько сильная, что тебе тошнит после нее? А до того, как он пошел на эту тренировку, он мне всегда говорил, да ты там ничего не делаешь, ты просто приходишь снимать видео туда. Посмотрим, как сегодняшняя тренировка пройдет. Зал Aloe знаменит тем, что сюда невозможно купить абонемент или приглашение. Сотрудники Aloe должны сами тебя пригласить. Здесь тренируются мега знаменитости, как Кайли Дженнер, Джастин Бибер, Кендалл Дженнер и так далее. И из-за этого он настолько эксклюзивный. И когда ты уже там тренируешься, ты можешь брать с собой плюс один. Ну или, проще говоря, своего гостя. Поэтому, когда я хожу в зал, я беру либо своего парня Джани, либо подругу. I'm vlogging. You wanna say hi? Today we got some full body work. We're trying to make them cry. Let's go. Я долго не могла привыкнуть к этой мысли, то что мой тренер Луи, например, точно так же тренирует Кендалл Дженнер. How are we feeling so far? You dead? Amazing. No, I'm alive. Dead. Let's go. Один раз, когда я пришла на тренировку вместе со мной, параллельно еще тренировалась Тейт Макрей. Просто шок. И самое крутое в этом зале то, что здесь абсолютно все бесплатно. Никто ни копейки не тратит, заходя сюда. Начиная от парковки, заканчивая одеждой, едой, напитками и все что угодно, что вы можете представить. Я всем говорю то, что зал Aloe это правда как рай на земле. Если я, например, прихожу на тренировку не одета в Aloe, то они моментально меня переодевают и дарят мне новую коллекцию. How we doing over here? That's how we do it. That's how we do it. Damn, yeah. После тренировки мы всегда идем в инфракрасную сауну и сидим там примерно 20 минут, пока наши лица не выглядят вот так вот. Прямо рядом с саунами у них есть такой холодильник с холоднейшими полотенцами, которые пропитаны эвкалиптом. И вообще по всему залу расставлены разные подарки, плюшки. Также везде есть полезные снеки, которые можно брать. У них здесь даже есть музыкальная студия, ребят. Многогранное место, откуда уходить не хочется. Но моя самая любимая комната в этом зале — это комната с холодными ваннами. Или, как мы любим говорить, cold plunge. Я не помню, сколько точно градусов эта вода, но она очень холодная. И я принимаю такие ледяные ванны практически каждый раз, когда прихожу в зал на тренировку. А вот это синее место называется cryo. Это вот такое вот маленькое квадратное место, которое еще холоднее, чем ледяная ванна. Здесь у них комната, где можно переодеться, посушить волосы, там душ, полотенце. В каждой из таких комнат у них есть Dyson. Разные продукты, как сухой шампунь, лак для волос, разные лосьоны для тела. Даже продукция от Кайли Дженнер. Лайк. Мы только что поднялись обратно наверх, и сейчас нам принесли еду покушать. Are you excited? Very excited. После каждой тренировки сотрудники Aloe приносят нам покушать. Это моя самая любимая еда после тренировки. Это индейка в такой, как чашечке латука. Очень вкусно. Ну и, конечно же, я, будучи Мишель, навела здесь беспорядок. А сегодня еще косметический бренд Kosas выдавали нам подарки. Если у вас остались хоть какие-то вопросы ко мне по поводу зала Aloe, задавайте в комментариях. Возможно, я сниму вторую часть. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Канал, если вы еще не подписаны. Туф, 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 туф. И вот так вот пришла наша тренировочка, ребят.